Привет, друзья, на связи я, Эдскрайбер, и сегодня у нас 5 альтернатив Pocophone F1. Pocophone рвет и мечет на данный момент, и многие задумываются, есть ли у него вообще адекватные конкуренты, и что можно взять вместо Pocophone F1. Вообще, подобрать конкурентов для Pocophone оказалось не так уж и легко, и со многими вы, наверное, не согласитесь, но что имеем, то имеем. Итак, давайте приступим. Мы сравним конкурентов по некоторым параметрам, а именно... Давайте возьмем параметры самого Pocophone. Первый — это процессор 845 Dragon здесь, плюс видеоускоритель Adreno 630. Второй — оперативная память 6 ГБ, LPDDR 4X. Третий показатель — AnTuTu, выбивает он 265 тысяч плюс-минус. Четвертый — экран IPS Full HD+, разрешение. Пятое — камеры. Мы возьмем только основную камеру. Если рассматривать все камеры, на это уйдет очень много времени, соответственно, ролик будет затянут. Здесь IMX363 и апертура f1.9, на апертуру или на светосилу мы будем обращать особое внимание. Далее батарея 4000 мАч, материалы корпуса, здесь в данном случае пластик, и цена плюс-минус $310. Итак, давайте приступим. Pocophone позиционировался как убийца OnePlus 6. И давайте сравним два этих телефона. Итак, что мы видим? OnePlus 6, тот же самый процессор, 845 Dragon, также видеоускоритель 630 Adreno, оперативной памяти 6 ГБ, тоже LPDDR4X, здесь мы идем пока что вровень, и тесты AnTuTu показывают, что 276 500, приблизительно OnePlus набирает. Здесь мы тоже не отдадим преимущество ни одному телефону, это плюс-минус, здесь все-таки равенство. Далее, следующий показатель — это экран. OnePlus установлен AMOLED-экран Full HD+ разрешение. И, конечно, AMOLED-матрица, мы будем это тоже подчеркивать, она имеет преимущество над IPS. Хотя это на самом деле не конкретный показатель, но все-таки AMOLED-экраны ставят, как правило, на флагманы. Итак, здесь мы отдадим галочку OnePlus. Здесь Gorilla Glass 5-го поколения, что действительно является преимуществом. Следующее – камеры. Оптика OnePlus Sony IMX519 f 1.7. Итак, мы видим, что здесь более светосильная оптика, соответственно, камера будет снимать гораздо лучше. И плюс у OnePlus есть оптическая стабилизация, в противоположность Pocophone. У Pocophone стабилизация цифровая. Итак, здесь мы тоже отдаем преимущество пока что OnePlus. Следующая — батарейка. У Pocophone 4000 мАч, у OnePlus 3300 мАч. И здесь, конечно, явным лидером является Pocophone. OnePlus вот в этом отношении проигрывает. Следующие — материалы. У Pocophone пластик, а у OnePlus стекло и более премиальный, наверное, вид по отношению к Pocophone. Поэтому здесь тоже преимущество за OnePlus. Но если вы действительно одеваете чехол, то, конечно, разница это нивелируется, и, может быть, это не такое явное преимущество. И последний показатель — это цена. Конечно, на это обращаем внимание в первую очередь. Pocophone $310 плюс-минус. Сейчас он даже уже дешевеет, около $300. 290 есть долларов и так далее. OnePlus дешевеет, но очень медленно, поэтому приблизительная цена его сейчас $400. Конечно, здесь явное преимущество Pocophone. Так, вывод. OnePlus выглядит как более премиальный аппарат. Если вы хотите сделать подарок солидному человеку, допустим, генеральному генералу там и так далее, то, конечно же, это OnePlus. Видеовозможности и фотовозможности OnePlus гораздо выше, потому что более качественная съемка и оптическая стабилизация. Плюс есть NFC, это тоже преимущество OnePlus. Если вы смотрите на ценник и не сильно заморачиваетесь по дизайну, то в первую очередь, конечно же, это Pocophone. Следующий претендент – это Honor Play. Это телефон, который позиционируется как игровой телефон, о чем свидетельствует его название. Но по факту давайте, конечно же, посмотрим. Итак, Honor Play. Процессор K970. Это топовый процессор от компании Huawei. Видеоускоритель Mali G72 MP12. Конечно, здесь явное преимущество за Pocophone, потому что 845 Dragon рвет и мечет, и тут как бы даже вариантов нету. Далее, оперативная память 4 ГБ. Неизвестно, какая память стоит в Honor. В Pocophone 6 ГБ. LPDDR4X, тут тоже преимущество за Pocophone. Следующий показатель — это тесты в AnTuTu. Приблизительно 202 тысячи Honor Play выбивает в AnTuTu. Конечно же, Pocophone здесь тоже имеет преимущество. Отметим, что Kirin 970, ну, приблизительно на уровне 835 дракона выбивает бенчмарки. Следующий показатель — это экран.
и там IPS-матрица, Full HD плюс разрешение. В принципе, все плюс-минус одинаково. Возможно, на Honor олеофобное покрытие получше, но здесь преимущества нет ни у одного, ни у другого. Камеры. Значит, в Pocophone Sony IMX363, 12 мегапикселей, апертура f1.9. И в Honor 16 мегапикселей f2.2. Итак, мы видим, что преимущество здесь тоже на стороне Pocophone, потому что у него более светосильная оптика, и которая имеет преимущество. Следующий показатель — это батарейка. В Honor 3750 мАч, а в Pocophone 4000 мАч. Здесь совсем небольшое преимущество, но все-таки тоже на стороне Pocophone. И материалы. В Pocophone пластик, а в Honor у нас металл, поэтому Honor здесь имеет тоже небольшое преимущество. Ну и по ценнику. Honor на данный момент немного дешевле, 290, плюс-минус еще дешеветь он, конечно же, будет. Но в целом он дешевле, чем Pocophone F1 на данный момент. Поэтому здесь мы тоже преимущество отдадим в его сторону. Итак, какой вывод? Конечно, Honor уступает во многом Pocophone. Я бы отметил его самое большое преимущество, преимущество Honor по сравнению с Poco, так это наличие чипа NFC. Ну и ценник, в принципе, адекватный для этого телефона, а так плюс-минус оценивать, конечно же, вам. Даже учитывая, что Honor позиционируется как игровой аппарат, во всех игровых качествах он проигрывает Pocophone, поэтому Pocophone даже не позиционируется как игровой телефон, ну, как правило, не позиционируется, все-таки он выигрывает в этом отношении. Следующий конкурент, как мне показалось, это ближайший конкурент Pocophone, это, так сказать, головная компания Pocophone Xiaomi Mi 8 SE. Конечно, это не совсем альтернатива, но у этого телефона есть свои преимущества, о которых мы сейчас с вами и поговорим. Итак, давайте по порядочку. Mi 8 SE 710 Dragon, Adreno 616 видеоускоритель, и здесь, конечно же, Pocophone выигрывает, потому что у него премиальный процессор, который, ну, лучше по всем показателям. Далее, оперативная память здесь LPDDR4X в одном и в другом случае 6 гигабайт, поэтому здесь равенство, ни тот, ни другой не выигрывает, и, в принципе, Mi 8 SE отлично, отличный показатель. В тестах AnTuTu, конечно же, Mi 8 SE будет проигрывать, это около 180 тысяч бенчмарок, приблизительно чуть лучше он работает, чем 821 Dragon, поэтому здесь преимущество, конечно же, за Pocophone. А вот следующий показатель — это экран. В Mi 8 SE за его цену, о котором поговорим немного попозже, все-таки установлен AMOLED-экран, и здесь AMOLED-экран, который лучше, чем IPS, ну, действительно лучше по цветопередаче, по черному цвету, да, он более плотный и так далее. То есть есть много таких плюшек и преимуществ. Вот здесь все-таки Mi 8 SE берет верх в этом отношении. Далее следующий показатель — это камеры. Sony MX363 и в одном и в другом случае, и апертура f1.9 в одном и в другом случае по 12 мегапикселей. Здесь абсолютное равенство как в одну, так и в другую сторону. Следующий показатель — 4000 мАч батареечка на Pocophone и 3120 мАч на Mi 8 SE. Тут говорить не о чем, понятно, преимущество за Pocophone. Материалы. Здесь пластик с одной стороны, на Mi 8 SE металл, все-таки более такой премиальный материал. Но здесь мы отдадим, так сказать, галочку в его сторону. Ну и ценник. Mi 8 SE около $270, а Pocophone F1 $310. В принципе, Mi 8 SE дешевле, чем Pocophone, и в этом тоже одно из его преимуществ. 710-й Dragon, конечно же, отстает от 845-го, никто с этим не спорит, но все-таки это чип достаточно сильный, который справляется на ура со многими играми. Так, вывод. Более премиальный материал корпуса у Mi 8 SE, смотрится он более сбалансированно и красиво, а также отметим, что здесь AMOLED-матрица, противоположность IPS у Pocophone. Следующий претендент, так уж получился, то ближайший конкурент этого телефона, опять-таки, компания Xiaomi, Xiaomi Mi 8. По мне, так это один из самых прямых конкурентов Pocophone. Да, дочерняя компания соперничает с основной. В принципе, это нормальное явление, как Huawei и Honor. Итак, давайте обратим внимание на следующие параметры. В обоих случаях 845-й Dragon, видеоускоритель Adreno 630, здесь идем вровень пока что. Далее 6 гигабайт оперативки в одном и в другом случае, LPDDR4X тоже вровень идем. В тестах AnTuTu плюс-минус тоже, конечно же, одни и те же показатели. И вот следующее преимущество, конечно же, за Mi 8 это AMOLED-матрица. AMOLED-дисплей Full HD плюс разрешение, которое имеет некоторые преимущества по отношению к IPS-матрице. Хотя для кого-то это не является таким уж сильным преимуществом, да, можем отметить, но
в целом AMOLED-экраны ставятся на флагманы, так что здесь преимущество за Mi 8. А камеры, значит, в одном и другом случае стоит IMX363 по 12 мегапикселей и апертура f1.9 в Pocophone F1, а апертура f1.8 в Mi 8. Я не знаю, почему так получилось. Два одинаковых модуля, светосила разная. Как это получилось, непонятно, но, по крайней мере, то, что я смог отрыть в интернете, показывает вот такой вот момент. Поэтому здесь совсем уж такое вот небольшое преимущество может быть в Mi 8, но хотя это не очевидно. Следующий показатель более очевидный. 4000 мАч у Pocophone и 3400 мАч у Mi 8. Хотя для флагмана, в принципе, это очень неплохая батареечка, но в любом случае Pocophone здесь выигрывает. Следующий материал корпуса, пластик против металла у Mi 8. Конечно же, здесь преимущество у Mi 8, потому что он и в целом выглядит очень достойно. А вот ценник: Pocophone F1 310 плюс-минус и Mi 8 360 долларов плюс-минус. Конечно же, здесь Mi 8 проигрывает явно. А вывод: ценник у Mi 8 не так и далеко ушел от Pocophone, но есть явное преимущество — это премиальные материалы корпуса. Он выглядит по-флагмански и ощущается совсем другим аппаратом. Также из преимуществ — это встроенный датчик NFC, на отсутствие которого так много жалуются в Pocophone. И следующий и последний конкурент этого телефона — это новинка Meizu 16X, так называемая младшая модель флагмана Meizu 16H. И у него есть ощутимый козырь в кармане, о котором мы поговорим немного попозже. Так, давайте перейдем к параметрам. В Meizu 16X 710 дракон, в принципе, для Meizu это вообще прорыв, они стали переходить на драконы, это отлично. Видеоускоритель Adreno 616 и, конечно же, это проигрыш по отношению к Pocophone. Следующий показатель — 6 гигабайт оперативки в одном и другом. В другом случае LPDDR4X, здесь идем пока что вровень. Тесты Antutu показывают, что в Pocophone 265 тысяч плюс-минус и 170 тысяч у Meizu 16X плюс-минус. Поэтому здесь тоже, конечно же, преимущество явное за Pocophone. А далее следующий показатель — это Super AMOLED матрица на Meizu 16X Full G Plus разрешении. Pocophone стандартно отличный IPS. Но все-таки мы отметим, что Super AMOLED матрица является более премиальной, и здесь мы отдадим преимущество Meizu 16X. Следующие камеры. В Meizu 16X IMX380 12 мегапикселей и апертура f1.8. Противоположность Pocophone — апертура f1.9. Поэтому по светосиле выигрывает здесь, конечно же, Meizu 16X. Это не совсем очевидный показатель, как в принципе по камерам, потому что нужно сравнивать разные прошивки и так далее. Но в целом мы отметим, что если светосила хорошая, как правило, она всегда выигрывает по отношению к худшей светосиле. Следующий показатель — 4000 мАч у Pocophone и у Meizu 16X 3010 мАч. Конечно же, намного меньше, и здесь явное преимущество за Pocophone. Материалы: Pocophone пластик, Meizu 16X металл с керамическим напылением, который выглядит достаточно красиво. И здесь преимущество тоже за Meizu 16X. Ценник плюс-минус одинаковый, $310 у Pocophone и $306 у Meizu 16X. Отметим, что ценник на данный момент у них приблизительно равный, хотя Meizu 16X еще не стоит так дешево, но время пройдет, выйдет глобалочка и он подешевеет. В принципе, всегда так бывает. А вывод. Если вы заморачиваетесь по поводу дизайна, то, конечно же, это Meizu, один из самых красивых телефонов на рынке. Это, конечно, лично мое мнение. Конечно, он уступает по железу, как и Mi 8 SE, но его явный козырь — это сканер отпечатка пальцев, встроенный прямо в экран. Это чуть более чем за $300. Пишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у кого-нибудь сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран за эту цену. Пока цена этого телефона завышена, но со временем, как мы уже говорили, она упадет. Преимущество Pocophone по отношению к этому телефону — это более мощное железо и батареи на 4000 мАч. А вот такие выводы можно сделать в отношении двух этих телефонов. Итак, вот такие альтернативы Pocophone. Пиши, что бы ты добавил в этот список, какой конкурент Pocophone существует на данный момент. Может быть, я что-то не учел. Пожалуйста, пиши об этом в комментариях. Пиши, в принципе, вообще любой комментарий — это поддержит этот канал. Подписывайтесь на этот канал обязательно, ставь лайк этому видео. Если не понравилось, то жми дизлайк, жми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И до скорых встреч, с вами был Эд Скрайбер.